Всем привет! Сегодня мы сделаем из одного шарика косточку, а затем мы превратим ее в свечку. Накачайте белый шарик, оставляя примерно 15-сантиметровый хвостик. Делаем первый мягкий, примерно 3-сантиметровый пузырь. И замыкаем оба конца первого пузыря в один замок. Теперь нам нужно сделать второй мягкий, примерно 3-сантиметровый пузырь. Замыкаем оба конца второго пузыря в один замок. Мы сделали один край косточки. Третий пузырь мы делаем такой же длины, как мы хотим сделать косточку. В этом примере я сделаю третий, примерно 12-сантиметровой длины пузырь. Теперь делаем четвертый мягкий, примерно 3-сантиметровый пузырь. Затем делаем пятый мягкий, примерно 3-сантиметровый пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из последних двух пузырей в один замок. Теперь нам нужно замкнуть все концы последних двух пузырей в один замок. Давайте поправим все пузыри в нужное нам положение. Остаток шарика нам не нужен. Можно его обрезать ножницами или оборвать руками, как вам удобно. Завяжите конец шарика. Спрячьте его между пузырями скульптурки или аккуратно подровняйте ножницами. Поздравляю, мы сделали косточку. Давайте рассмотрим хорошенько, что мы сделали. Вот так это будет косточка. А теперь поставим скульптурку вертикально. И у нас получается свечка без огня. Давайте воспользуемся красным шариком, чтобы сделать огонь для нашей свечки. Накачайте красный шарик, делая примерно 10-сантиметровый красный пузырь. Закрепите сопло красного шарика между белыми пузырями с одной стороны косточки. Вот так. Теперь сжимаем красный шарик, чтобы он получился очень мягким. Нам необходимо сделать красный, очень мягкий, примерно 3-сантиметровый пузырь. Обрежьте остаток красного шарика руками или ножницами. Завязываем конец красного шарика. Вместо красного шарика можно также было бы воспользоваться оранжевым. И вообще, чтобы сделать такой маленький пузырь, не нужно резать целый шарик. Можно воспользоваться остатком порванного шарика, если вы сохранили от предыдущих скульптурок. Еще раз поздравляю вас. Вы сделали свечку с огоньком. Можно прикрепить ее, например, к тортику. Веселых вам выкрутасов!